Привет, друзья, это новый влог. Я все-таки решил записать вам еще один видос до нашей свадьбы. И что у нас вообще по делам сегодня? Во-первых, надо постричься. Вот я сейчас закончил с работой, мы поедем в Медведково. Вот там мой мастер меня ждет. Я даже видос отдельно записывал по этому поводу. Он где-то был там 5 или 6 роликов назад. Заедем в онлайн-трейд, там у меня стики. И, ну так, по мелочам. Что-то расскажем, покажем. Какие у нас еще дела будут завтра? Надо будет собрать все мелочи, которые у нас тут по квартире валяются для свадьбы. Их достаточно много. Катюх, привет. Приветики. Приветики, пистолетики. Трусишки Андрея раскладываю. Сейчас опять будут писать, что мы не заправили постели. Вообще безалаберные ребята. Я этим сейчас и занимаюсь. На самом деле заправляем. Просто вот так вышло, что буквально несколько минут назад мы дурачились в кровати. И поэтому, что имеем, то имеем. И обратите внимание, я этот видос записываю в 60 кадров. Все должно быть поплавнее. Если вам нравится эта как бы история, то обязательно пишите в комменты. Вот так вот это все происходит. Сейчас многие на iPhone снимают в режиме 4К 60 кадров, а я вот Full HD. Потому что Canon гораздо лучше снимает, даже чем iPhone с 4К. Можете даже сравнить. Короче, жду Катюху и выходим. А теперь лайфхак, который мне рассказал Андрюшка. Как взбить подушки. Да, именно вот так вот надо делать, а не становятся такими. Я раньше делала вот так. Это долго и все равно так качественно не получится. Они напитываются воздухом. И становятся такие прям пышные. Вот так. О, обратите внимание, вот разница. И покажи вот эту белую, несбитую. Давай еще разок. Хоп! Хоп! Ну ты прям фокусник, а? Да. Смотрите, она прям в реальном времени надулась. Да? О, мне очень нравится, когда они такие взбитые, хорошенькие. Все, тогда тебя жду. Хочешь понюхать мои трусишки? Они грязные. Раздевается возле кровати, оставляет на полу трусишки. Интересно, почему я их там оставил? Будем рассказывать или нет? Ты-то знаешь всю правду. Я ничего не знаю. Все ты знаешь. Отстань! Сейчас покраснею. Ну и пока Катюха там собирается, я вам все-таки про комп немножечко еще добавлю, расскажу. То, что несколько дней уже пользуюсь вот этими новыми вертушками от Noctua. Вообще, ребята, супер кайф. Такие тихие, такой поток мощный создает. Я просто балдею. Обожаю бесшумные компы, несмотря на то, что знаете, сколько у меня вентилей в компе стоит. Я вот сейчас посчитаю. Вот тут две штуки. На выдув еще один, на вдув еще один. Внизу три штуки. Три штуки на видюхе, два на процессоре. И еще один вентиль у меня на блоке питания. И теперь посчитайте. Если не посчитали, я вам обязательно приложу какую-то подпись в углу здесь или здесь. Неважно, похеру. И при этом все супер бесшумно. Я прям доволен. Катюх, ты рада? Очень. Вы видели, как Катюха реагирует на мои новости, когда я делюсь чем-то компьютерным с ней. Сразу. Ага, да, это очень круто, Андрей, расскажи мне. Угу. Вот именно. Нет, вот так. В последнее время я стала говорить, такая, вау, какие штуки, какие вентили, да. Вообще, а мне, это нравится, когда ты вот так вот реагируешь. Хотя я понимаю, что ты немножечко пиздишь, но все равно приятно. Немножечко. Немножечко. Так я тебе то же самое про еду мою говорю. Ну, мой любимый рилс-то какой, где чувак ты. Макарошки, салатик. Да ладно, нормально, я на твою еду реагирую. Блин, как темно здесь. Почему мы без света? Именно сегодня. О, да будет свет, сказал монтёр. Все, я уже на самом деле от тупника всякую херню начинаю нести. Давай собираться. Катя очень сильно просит не записывать, но я сижу тут херею. Столько одежды, нечего надеть. Мы уже какой четвертый раз переодеваемся. Просто пиздарики. У меня в голове не укладывается. У меня сейчас вся мокрая, потому что я бегала, убиралась, я вся вспотела, мне жарко. А на улице уже прохладно. И я не могу сейчас на себя напялить что-то жаркое, потому что мне жарко. Ну, в плане... Короче. Я перестаю понимать вообще, что ты говоришь. Я думаю, большинство ребят такая же история. Да. Там, блин, костюмчиков этих твоих. Господи, на какие бешеные тысячи. Мне нечего надеть. Штанов всяких. Кофт. Блин. Короче, женщина, хочешь, одевай мою одежду, нашла, я не против. Нашлась! А вот она в чем трагедия, нашлась, да, была? Нашлась! А я все равно не успел заснять. Покажи, что ты нашла. А, я понял, ты в неглиже. Ладно. Вот, я вот так. Я потом тебя засниму, что ты нашла, и расскажешь. Давай уже из дома выйдем. Сейчас видос, блин, в коридоре 10 минут буду записывать. Ну, ребятушки, вот это мы искали. Давай развернись. Так. Вот этот топ, который Катя потеряла. И мне кажется, ты так сильно расстроилась.
Я еще тебе сказал, начал добавлять масло в огонь, что как носок потерялся. Потому что у меня есть уже отдельная такая сумочка, пакетик, в котором лежат носки не по парам. Это я их собираю. И мои там уже. Я говорю, у меня этот пакетик, ты даже не знала его существования. Я твои носки, мои носки туда складываю, которые потеряли. Ну и что? Может быть, я так хотел сказать, что у меня есть отдельный пакетик. Ты уборкой занимаешься? Ну, типа того, да. Типа того. Ничего, аудиторию не обманешь. Правдоруб сидит тут. Ну это же я все делаю. Нет, это я все делаю. Хорошо. Нет, это я все. Я же топ один. Я топ один. Покажи, что у тебя на руке. У меня тут такой прыщ скатил большой. Ух. Ну я не буду сейчас расчехлять. Во-первых, тут волосы, и я сейчас тут орать начну. Короче, это я положила больно. Его руку на подушечку, все хлорексидином обработала, с ватными дисками выдавила, опять обработала, заклеила пластырем, все под ключ. Ты же моя жена. Я тоже все под ключ делаю для тебя. Угу. Что я не делаю под ключ? Я, короче, уже очень-очень давно жду массаж. Прям хочу, чтобы он массаж делал. Я ему почти каждый день делаю. Просто вот у меня такое желание есть. И я уже придумала. Беру в своем блокнотике, отрезаю маленький кусочек бумажки, пишу купон. Кому? Жене, в скобочках Катя, от кого-то мужа Андрея. Когда там? Такого-такого числа. Там массаж не менее часа. Я ему даю этот купон, говорю, о, Андрей, ты хочешь прикол тебе расскажу? Хочешь прикол? Ну. Ты мне делаешь массаж, и потом, а мне? Да я уже расслабленный, мне уже неохота делать. Такого не было. Я тебе сделала массаж, и спать легли. А когда ты его тогда просишь, если ты мне массаж делаешь? Так это было уже 3 ночи, мы просто уснуть не могли. Ты в 3 ночи бы мне массаж не начал делать. Не, не начал. Не-не-не, ну вот. Точно нет. Ну а вот. Что-то дождь начался, смотри. Прикол. Да. И на свадьбе он, скорее всего, будет. И на свадьбе. Все, как мы любим. Давай, по песне. Мы едем, едем, едем в далекие края. Соседи. Хорошие друзья. Я просто не помню снова. Вот, надо вспомнить. Так, и тут главное выехать нормально. Так, кто-нибудь меня пропустил, вообще шикарно было. А, ну вот за этим сейчас поедем, чуйка. Оп. Так, и сюда. И педальку, чтобы никого не обламывать сзади. А во сколько надо, скажи? Ну, приезжай к обеду, я чуть поработаю и ближе к вечеру буду выезжать в Брянск. Да, вот я и хотела, чтобы к обеду, как бы мы приехали. Ты, главное, со всеми своими цветами разберись. Вот я последние досажаю сегодня, и все. У меня уже ничего не осталось. Я вот сейчас 2 цветочка вынесла, и все. Ну, отлично. Сейчас сделал подкадрик, заметили часики. Помните, да, я их на Пхукете купил. И я с них очень сильно кайфую. Тут принцип электронных чернил. Мне очень нравится табло. Хорошо видно? Ну, да, нормально. Нормально. Стоили 7 тысяч бат. И периодически с Apple Watch'ами я их чередую. Очень нравится. Единственное, вот жалею. Может быть, все-таки надо было мне салатовые взять. А то Apple Watch'и черные, эти такие черноватые. Нет? Катюха сейчас за кадром, знаете, какое лицо сделала такое? Салатовые, не знаю, с чем бы ты носил. Они такие яркие, такие пиздатые. Их вообще так хорошо видно, да, с лимонными носками, которые Levi's. У меня такие супер яркие. Вообще, цвет обалденный. Посмотрите в интернете. А моделька, как же она, блин, называется? Ну, мы сейчас вот на светофоре встанем, и я продиктую. А то мне потом лень будет писать. Так, это у нас... Так. Я нихера не вижу. Катюнь. А, вот, вижу. Casio G или C. Нет, GBD200. Все, что здесь написано. Made in Thailand, между прочим. Made in Thailand. Ну, что ты хихикаешь? Здрасте. Здрасте. На тебе кофеечка. Я тебе еще вкусненького купил. Я одной рукой не могу взять. А, ну, давай я тогда... Вот так вот поставлю. Угу. И тут тебе вкуснятину всякой набрал. Я вам открою секрет. Я, блин, толстею, а Катюха худеет. Ощущение, что она с абьюзером живет, но я не абьюзер. Я уже вот дня 3, наверное, назад взвешивался, 70-100. У меня мой обычный вес типа 66-67. Набираю. А ты наоборот, блин, в минус. Ну, понятно, вот постолько Катя ест, и я максимально стараюсь... А ты постараешься не наедаться сильно? Не могу ничего поделать, так люблю вкусненькое. Смотри, что я тебе взял. Креветки по-любому. Не, нифига не креветки. Я наггетсов набрал, но это на двоих.
И вот такой тебе Big Chicken бургер. Господи. Огромный бутерброд. Давай, Катюнь, напитывайся. Соусов там для птичьи взял. Ешь мой сладкий, а? Ешь. Убирайся, блин. Ешь. Он не лезет в меня, ну что поделать? Не получается есть. Все у тебя получается. Давай, попробуем. Так, это у нас капучинка и раф. Тут тот крышка. Делаем? Да, я ее попросил, чтобы погорячее сделал. А кто там сейчас был? Ну, который чуть-чуть побольше. А, поняла. Вот, я про нее. Ничего себе, ты соус. Короче, друзья, я там соусов набрал очень много. Знаешь, для чего? У нас их периодически не хватает. Их можно кинуть в бардачок. И с ними ничего не будет, потому что они эскимозы сделаны. И если что, вдруг захочешь, там два сырных, там... Ну, короче, ты поняла. Да. Вот, поэтому... А что за бургер-то такой? Первый раз. Ну, вот, я сам первый раз увидел. Big Chicken бургер. Как моя голова. Он огромный. Он очень свежий. Вот, там какие-то помидорки, там он даже, смотри, бумажечка такая, типа, это какой-то премиальный бургер. Все для тебя, королева моя. Дай салфетки влажные только. Слушай, приятного аппетита. Ты меня балуешь бургером из мака, из вкусной точки. А, ноги будут угорать. Лучше приготовлю что-нибудь своей жене. А я готовить не умею. Ну, могу пельмени отварить. Но это как бы... Ты умеешь делать шаурму. И ты умеешь мариновать курочку. Если бы у меня был мангал дома, я бы тебе мясо жарил. Сначала мясо, потом тебе. Придурки. Придурки. Все, вырубай безобразие это. Вырубай. У меня есть критерии, как я у Кати спрашиваю. Вкусно или нет? Я говорю, второй раз бы взяла, она говорит, да. Знаешь, вкусно. Но здоровый, да, для тебя? Угу. Есть то, что вроде бы вкусно, и он спрашивает, а взяла бы второй раз? Я говорю, ну, наверное, нет. Это значит, что так себе. Да, я его откушу тоже. Интересно. Может быть, странно, конечно, так выглядит, но я никогда его не ел. Сейчас наггетс прожую. Смотри, что мазик вылезет так. Угу. Зверь. Ну а что, пиздатый, кстати. Утри рот. Че? Не, вкусный. Мне нравится. В следующий раз его возьму себе. Я вот, Катюх, знаю причину, почему ты толстая. Смотри, сколько ты съела. Ну, где-то половинку, да? Ну, примерно. Ее еще сдаем. Вместе с наггетсами. Вот. И откуда у меня лишние вот килограммы? Здрасте. 289 12 124. И оплата через СБП. Мне чек не нужен. Спасибо большое. Хорошо. Ребятки, мы в Медведково. В итоге вдвоем пойдем стричься. Катя кончики подровняет. Ну, а я себе причесон сделаю. Надеюсь, мне не напортачат, потому что Димы сегодня нету в парикмахерской. Выйдет он только в пятницу. Ну, естественно, меня такой срок не устраивает. Я с ним сегодня списался, он говорит... Я говорю, я в пятницу буду в Брянске. А он мне пишет, знаешь, что? А ты, говорит, в пятницу утречком ко мне заходи, я тебя подстригу. Не понял он, короче, прикола. Вот, поэтому сегодня у нового мастера буду стричься, а там подписки нет. С Димой-то у меня подписка на 10 стрижек. Одну я только использовал, ну ладно, ничего. Катюнь, волнуешься? Да, главное, чтобы мне сейчас тоже не накосячили перед свадьбой. Мне не хотелось бы, чтобы было неровно. Ну да, а то будешь как лохудра, блин, на собственной свадьбе. Спасибо. Согласен. Не, ну я не обзывательный в смысле, а то, что причесон будет не очень. Сам переживаешь, да? Да вроде нет. Вот наша любимая парикмахерская. Студеный проезд 14. Оказывается, Димка-то парикмахерской после обеда вышел, потому что какой-то мастер заболел, его вызвали. Так что надо будет погулять полчасика, и уже потом пойду к нему стричься. А вот и огород мамы. Сколько тут уже растений. Я думаю, в следующем году будет прям вообще тут такие кустарники. Все что-то сажает.
Смотри, землю поливала, видно. Ну ладно, пойдем, пойдем. Кот помнишь наизусть? Целую. Ма, обнимаю. Все, давай, покеда. Давай, закрывай. Оп. Все, погнали стричься. Красивая Катюха и красивый закат. Да, видно. Все, друзья, мы подстриглись. Посмотрите. Симпатично. И по абонементу. Катюх, да. Покажи свои кончики. А, ну все, видно, видно. Видно, в принципе. Сейчас садимся сейчас в машину и едем домой. Довольные, счастливые. Сейчас столько дел делать. Да, вообще. Очень много мне надо всего сделать сегодня. И по дому, и к свадьбе, и вообще. И вещи еще надо начать собирать, и твои, и мои. Я же не только за себя буду это все делать, но и за еще одного человечка. Да. А я сейчас буду монтировать. Ой, смотри, как красиво, когда идешь на стволовую. Просто надо идти, не стоять, давай, идти, смотри на мир. Вот, смотри, ты куда идешь, красиво, да? Угу. Вот. Я сразу вспоминаю, как мы на лодочке, когда плавали, да, в Таиланде. Мне так все понравилось, что сверху так, прям вот так вот камень прижимался. Не, я про открытую местность, где эти птички пели. И там деревья свисали. Это было как в сказке. И еще немножко красоты. Такое облако красивое.